дымом, но погревается все, усиленно так. Первый запуск, получается, за зиму, за эту. Сейчас в данный момент плюс 6 или плюс 4, там что-то такое. Плюс 5, пускай, градусов. Вот. Ну, как бы стоял долго, надо там время от времени заводить, чтобы там масло там туда-сюда там посмазывались детали, как бы освежился он. Ну, вот завели его, со второго раза он завелся. Там на подсосе потарахтел, там температура выровнялась. Ну, как бы прогрели его. Сейчас вот опять позатыкали глушитель, впуск, вот, как вы видите. Вот. Ну и будет вот дальше зимовать. Как бы к другу зашли в гости. Завели его, подырчали немного. Поначалу дыма было куча, потом прогрелся уже нормально. Задымили тут. Так что как-то так. Ну что, это был как бы, ну такое, как запуск. Вот запустили мотоцикл, потарахтели, прогрели его. Привели в чувство зимой. Это был Yamaha Dragstar 1100. Вот как я писал там Болту. Болт этот вот задавал ему вопрос, хорошо ли это вывешивать мотоцикл, тем самым типа разгружать задний маятник. Вот задний маятник, задняя подвеска. Ну и также переднее колесо, тоже чтобы не было нагрузки на вилку, чтобы она в разгруженном состоянии была. И также на задний амортизатор. На данном мотоцикле стоит моноамортизатор. Вот. Ну как бы вот разгружаем его. Колеса спускать я писал в 1, это в 1 килопаскаль или как, то есть давление в шинах, чтобы не были они накачаны сильно, потому что если мотоцикл оставлять в, получается, ну стоячем, просто вот он стоит как стоял на подножке и все, и колеса не спускать, то это будет как. Ну, то есть его надо будет постоянно катать туда-сюда, чтобы не застаивались колеса. И, в общем, как-то так. Постоянно перекатывать, чтобы не было потом кривой резины, чтобы ее не повело. Ну, вот такой вот мотоцикл.
Yamaha Dragstar 1100. 63 лошади на мотоцикле. 85 крутящий момент. Как на тепловозе прям тяга. Два цилиндра. V-образные. Вот. Два карбюратора. Точнее, тут даже как. Тут один карбюратор, но он как бы на предыдущем там 650-ках, на 400-ках было два карбюратора. А здесь они как бы два, но они вместе. Два дисковых тормоза впереди. В отличие от предыдущей модели, вот 650-ки, на ней был один задний дисковый тормоз, барабанный сзади. На этой уже два дисковых. Спидометр здесь в километрах. Максималку посмотрим, тоже лето будет, замерим его до 100 разгон. Ну, пишут 5 секунд. Не знаю, правда это или нет, проверим. На второй вроде как 100 он должен ехать. Здесь 5-ступенчатая коробка, карданный. Кардан получается, не цепь, кардан. Мотоцикл 2008 года. Такой вот. Из органов управления на нем вот аварийка. Затем, ну, пуск, понятно, и остановка двигателя, как бы. Здесь вот поворотники, сигнал, ну и подсос выведен на руль. На предыдущей модели подсос был, получается, здесь вот. Вот с этой стороны. Такой пыптик, как на Жигулях, на шестерке. Ну или копейки, без разницы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В дальнейшем будут там куча видео, там обзоров, тест-драйвов. Ну, в общем, смотрите, следите за новостями, и все будет круто. Пока. До новых встреч, новых видео, как обычно.